Всем привет! Рад вам представить нашу новую карту Summer Pool Wars. Pool Wars — это уникальный режим, где, чтобы победить, вам нужно прыгать в бассейн команды противника. Summer Pool Wars — это 8 островов, соединенных провисающими мостами. Два главных острова с базами команд, два больших острова посередине для основных сражений и 4 маленьких островка. Самая важная часть вашего острова – это бассейн. Он находится на крыше базы вашей команды. Не дайте противнику дойти до него. Вы появляетесь на одной из баз, где вы можете выбрать любое понравившееся вам оружие. А за золото можете повысить его уровень для всей вашей команды. Также за золото можете улучшить и щит для своей команды. Еще на базе есть ряд улучшений, которые помогут вашей команде победить. Пассивные усиления после хедшота. Устраните противника выстрелом в голову, чтобы ваш урон на время увеличился. Скорость после устранения. Получите временное ускорение после устранения противника. Защитный. Ледяной пол у бассейна замедлит команду противника, когда они будут рядом с вашим бассейном. Турели. Две турели на соседних островах усилят вашу защиту. Атакующие. Осадная пушка, с помощью нее вы можете спокойно долететь до базы противника. Мотоцикл поможет быстрее передвигаться по островам. После того, как вы выбрали себе оружие, вы направляетесь в сторону базы противника. По дороге вам встретится несколько островов. На первом вы увидите турели, о которых я говорил ранее. На втором острове вас ожидает несколько интересных вещей. Первое – это прыжок. Вы можете купить себе суперпрыжок. Второе – это груз с припасами. Вы можете заказать доставку груза с припасами, в котором будет экзотическое оружие. И последнее – это быстрое лечение. Вы можете купить себе полное восстановление здоровья. Еще на острове вы найдете пусковые установки, которые перебросят вас на противоположную сторону, и вы сможете продолжить свое наступление уже с другой стороны. После того, как вы все же сможете добраться до базы противника, единственное, что вам остается, это прыгнуть в его бассейн и тем самым заработать заветные очки для вашей команды. После завершения раунда вы попадаете на остров загрузки, где вы можете поменять скин или же пройти небольшой паркур, чтобы вам не было скучно, пока вы ждете новый раунд. Хорошей вам игры!